Итак, ребят, у вас сегодня было квест по станциям. Станций у нас много. Вам сейчас раздадут один маршрут и одну карту. Кручу, 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 педали кручу. С горы, с горы, с горы, как птица лечу. Мелисса еще есть. Хорошо, три угадали аромата. Следующая. Ну, это посложнее. Посложнее. Что это такое? Посмотрите, что это такое. Нет, ну разве это похоже на ромашку? Спешу, 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 спешу налегке. Навстречу радуге дуге. Впервые упоминается город Гродно в летописи. О, нам сейчас 891 год, пишите. А мы отнять не можем. Подождите, 890? Давай следующий вопрос. Нам больше, чем больше ответить. Давай быстрее. Нет, ты читай вопрос. Да. Какой год является официальной датой основания города Гродно? Не знаю куда. Хочу, хочу, чтобы это было всегда. Сильней, 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 лишь зубы сомкну. Но я назад не поверну. Понравилось?